Всем привет, уважаемые друзья, с вами канал Ольги Пак. Сегодня у меня опять ответ на вопрос, который задала мне Алена с канала «Просто вкусно с Аленой». Алена мне спрашивает, снимите, пожалуйста, видео, как ставить вверху видео, которое само начинает крутиться, если зайти на канал. Смысл его вопроса я поняла, она имеет в виду про трейлер, который относится к каналу. Сейчас я покажу это как делается. Не займу у вас много времени, потому что тут оно все быстро делается. Единственное, я вас прошу, те, кто знает, как это делается, не подсмеивайтесь, пожалуйста, над теми людьми, которые это не умеют делать, потому что вы сами были в такой же ситуации, когда вы этого не умели делать. Я очень часто встречаю отзывы, которые просто вот хихикают над теми людьми, которые не умеют это делать. Поймите, что они тоже потихоньку чему-то учатся, в итоге потом также буду знать, как знаете это вы. Отнеситесь, пожалуйста, с одобрением к этому, ко всему, и не критикуйте тех, кто не умеет это делать. Давайте перейдем к делу. Сейчас я на данный момент зайду на канал. Значит, вот вы, когда заходите на свой канал, у вас есть здесь меню, да? Вы нажимаете «Настроить вид канала». Вот Алена имела вот про это видео. Дальше у нас, видите, здесь трейлер для зрителей. То есть вот здесь нажимаете, три кнопочки есть, нажимаете левой кнопкой «Изменить видео». Ну, у меня, по крайней мере, оно уже есть, и поэтому у вас по-другому немножко будет. Я на данный момент изменять не буду, но я покажу вам просто «Изменить видео». Дальше у меня здесь видео есть, которое я хочу загрузить, да, или вы просто пишете название своего видео, и оно сразу у вас находится. Вы просто отмечаете его, и все. И таким образом добавляете. Также можно здесь рекомендовано видео заранее настроить, то есть это вы когда в конце видео начинаете рекламировать свой канал, да, вы можете в рекомендацию это видео поставить, или YouTube канал будет рекомендовать то видео, которое вы здесь настроили. Вот таким образом это все делается. То есть когда вы уже здесь настроите, не забудьте обязательно нажать «Опубликовать». Это нужно обязательно подтвердить. Если вы не подтвердите, то у вас вот этого видео здесь не будет. Вы можете видео новое свое вставлять сюда. Любое видео, которое вы хотите продвигать, вставляете, и оно будет как раз у вас высвечиваться вот здесь. То есть это не запрещено. Я постоянно меняю здесь свое видео, ставлю разное, поэтому как бы продвижение идет разных моих видео. Вот об этом я сегодня хотела поговорить. Надеюсь, Алене я объяснила, как это все делается. Желаю ей удачи и освоении трейлера для зрителей на своем канале. Пишите комментарии, если что-то вам непонятно, с удовольствием отвечу на них, если я компетентна в этом деле. Всем всего доброго, до скорых встреч, всем пока-пока.